Ко мне поступили обращения граждан поселка Нарышкина с проблемой вывоза отходов. Я напомню небольшую предысторию всего этого года. В 2019 году, когда не были еще утверждены тарифы и оплата хвостов, так называемых, не входила, они складировались на территории перерабатывающей станции поселка Нарышкина непосредственно рядом с домами. По запросу природоохранной прокуратуры Зеленой Рощи отказалась вывозить, и тогда они подали в суд. Первую инстанцию они проиграли, подали в апелляцию. В апелляции сейчас они опять проиграли Зеленой Рощи, имею в виду. Но не факт, что они подадут кассацию. Чтобы было понятно, это уже происходит на протяжении полутора лет. Вот здесь полное бездействие власти. Хочу обратиться к правительству области немедлительно заняться этим вопросом по поселку Нарышкино, потому что нам уже с губернатором предлагают там поставить палатки и пожить. Наверное, пожили бы и быстро бы решили эту проблему.